Конкурс «Студент года КФУ» проводился уже 12-й раз. 18 декабря в Императорском зале КФУ состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. Открывал церемонию награждения ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Награды на конкурсе выдавались по блокам «Социальная активность», «Социальная деятельность», «Спортивное направление», «Творческое направление», «Интеллектуально-научное направление», «Общественная деятельность», а также по номинации «Лучший преподаватель-воспитатель». Главной номинацией был Гран-при «Студент года 2017». В каждом из блоков было несколько номинаций. В блоке «Социальная активность» в номинации «Лучшее информационное освещение» победителем стал руководитель молодежного отдела телеканала «Универ ТВ» Роман Полинсков. Вот эта победа, которая вот сейчас у меня в руках, тоже вот этот диплом, это не одному мне такая заслуга, это заслуга всему нашему отделу, молодежному отделу, руководителем которого я являюсь, ибо без них, без этих ребят мы бы не смогли вообще взять ничего. Финалистами в главной номинации Гран-при «Студент года» стали те студенты, кто отличился своей активностью в разных сферах деятельности. Победу разделили Руфат Киямов и Мария Крюкова. Руфат Киямов. Вот мы с ним вместе реализуем молодежную политику как в Казанском федеральном университете, так и в Республике Татарстан в целом. Это победа моего института управления экономикой и финансов. Это также общественная организация Академия творческой молодежи, которая помогает нам реализовывать такие важные проекты. Каждый из победителей является гордостью своего института и всего Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.